Приветствуем вас, разбойники со специализацией бой. Сейчас мы расскажем, как играть за разбойника со специализацией бой на 90 уровне. В арсенале разбойников два типа ресурсов — энергия и длина серии приемов. Энергия быстро восстанавливается сама, позволяя применять базовые способности, которые увеличивают длину серии приемов. Проведя серию приемов против цели, вы сможете применить завершающие приемы. Перед началом боя следует нанести на оружие смертоносный яд. Учтите, что с увеличением уровня вы смените смертоносный яд на быстродействующий яд. Разбойники со специализацией боя обычно расходуют энергию на две способности. Наиболее важный из них — коварный удар. Коварный удар наносит большой урон и увеличивает длину серии приемов. Вторая способность — пробивающий удар. Она накладывает на цель эффект, усиливающий завершающие приемы, и иногда позволяет коварному удару увеличивать длину серии еще на один прием. Поддерживайте на цели этот эффект, но прибегайте к пробивающему удару не чаще, чем нужно для его обновления. Достигнув серии из пяти приемов, можно завершить ее тремя способами. Используйте мясорубку, чтобы на время повысить скорость атаки. Поддерживайте этот эффект как можно дольше. Также можно завершить серию потрошением, чтобы нанести очень большой урон, или заживлением ран, чтобы наложить на себе эффект периодического исцеления. Чтобы полностью овладеть искусством разбойника, потребуется многому научиться, но мы надеемся, этот курс поможет вам продвинуться в нужном направлении. После освоения азов игры уделите время изучению способностей, талантов и символов, о которых мы не упоминали в этом видео. Спасибо за внимание и до встречи на Дреноре!